Доброе утро. И мы, как вы догадались, снова в лесу. Едем на дальнюю избу, на рыбалочку. Попробовать половить хариуса. Мороз сегодня, блин, минус 30 утром я встал. На выходные погоду не закажешь. Какая есть, такая есть. Пришлось ехать. Что-то ни хера не отпускает. Думал, может быть, к обеду. Ну, там ближе с утра начнет отпускать. Нифига. Как был мороз, так и есть. В общем, проехал я уже большую часть пути. На снегоходе. Где-то уже километров, наверное, 31 я проехал. Осталось до избы вот тут буквально 3 километра. 3,5. Надо где-то еще сушину пильнуть по пути, чтобы уже потом не ездить. Потому что на избе не факт, что есть дрова. Так что как-то так. Дичи полно сегодня вообще. Пока ехал, видал, сколько? 5 куропаток согнал. Ну, сразу 2 штучки, потом 3 штучки. Потом видел партию тетерок. Ну, что-то одни тетерки было, что-то я не заметил ни одного косача. И пока ехал вот так вот, вот за эти 30 километров, что проехал, согнал 7 глухарей. Все сидят вдоль дорог на сосенках, питаются хвоей. Но дичи сегодня очень много. Не знаю почему. Наверное, может быть, из-за мороза. Вот тут остановился, вот смотрите. Все в старых лунках. Буквально вон тут все лунки старые. Вот, смотрите. Вот. Вот здесь жили, какали. Вон, смотрите, раз лунка, два, три, четыре, пять, шесть. Ну тут вон и там дальше все в лунках, просто все. Тут, видимо, тетеревинный какой-то выводок шарится в этих местах. Ладно, чё, блин, надо ехать. Снегоход держит хорошо снег, как бы ехать беспроблемно. Ну все, едем до избы. Осталось 10 минут езды и все. Вот и прибыли. Сейчас накатаю возле избы площадку. Съезжу куда-нибудь здесь. Посмотрю какую-нибудь сушинку. И что, отправляемся на речку? Фу. Добрались до избы. Чистить сейчас не буду. Чистить буду вечером. Много у меня сегодня будет времени. Избе порядочек. Все хорошо, все нормально. Дровки немножко есть. Но все равно где-нибудь бы, конечно, сушиночку бы найти бы. Потому что я тут ехал, поблизости не было вдоль дороги. В прошлом году ездил подальше, в ту сторону. Там хорошую вот. Вот такую вот. Вот эту, наверное, и долбил толстую. Вот она у меня даже еще не пиленная лежит. Я с непиленными кусками привозил ее. Ну, посмотрим. Сейчас выгружаюсь. И надо потихоньку перекусывать и растопить печку, чтобы прогрелась. И можно потихоньку выходить на речку.
Ну вот, наконец-то я иду к реке. Дело в том, что здесь очень-очень высокие бугры. И спуститься на снегоходе сюда я не могу. Можно, конечно, там подрочиться, понакатывать. Но я как бы так не делаю. Я приезжаю на избу, спускаюсь на лыжах, вот тут озерцо есть, прямо возле избы. Иду вдоль озера, по озеру вернее. Сколько тут? По озеру метров 300, до озера метров 200. Все, и прямо в середине озера где-то, озеро само небольшое, прям выход 30 метров на речку. Так что небольшая прогулочка, и мы уже на реке. Все дела в избе сделал, съездил, пильнул небольшую сушиночку, нашел, вот недалеко было, растопил печь, перекусил, и вот со всем этим у меня получилось, что время сейчас 10 часов, я вот только выхожу на реку. Ладно, сейчас тут осталось пройти буквально 100 метров и направо вот через вот этот лесочек там метров 30 уже все, речка. Ну вот мы и дошли до реки. Обратите внимание, какие везде здесь очень крутые берега. Тропа заяча просто. Они тут, дорога у них здесь вдоль берега. И вот так вот везде буреломы. И вот такие вот спуски крутые очень. Так что на снегоходе, даже если вот там спустишься, сюда на реку выехать очень тяжело. Вот в этих местах вообще тут жопа. Проще поэтому дойти сюда и пешком. Ладно, спускаемся. Так, ну что, я пробурил 5 луночек. Тут же сразу вот спустился. Здесь поворотик. Я знаю, что здесь плесик плавный идет поворот. Плесик. Такая глубина средняя здесь. Тут уже в мель идет. Здесь вот такая средненькая хорошая глубина. Ну и что, посмотрим, есть ли здесь хариус. Вот я одну удочку уже насадил. Традиционно. Как говорится, традиционную. Вольфрамовую. И посмотрим, будет ли ловиться здесь или нет. Вернее, будет ли клевать сегодня рыба. Я думаю, что первая лунка должна сразу нам показать. Пока раскину здесь удочки, посмотрим, будет ли клев вообще сегодня. Ну, мороз, мне кажется, ну, утром 30 был, но сейчас 25-ка точно есть, что-то не отпускает нифига. Как был, так и есть. Отличный хариус. Еле-еле взял. Это непонятно. То ли он тут стоит, но не берет. То ли его тут нет. Вот еле-еле. Тук-тук-тук-тук. Пумс, схватил. Ну, хороший, достойный хариус. Ладно, будем ждать дальше. Пока поклевки очень-очень редкие. Прямо очень. Ну что, будем ждать.
встал боком в лунке, и все. Продвигаемся вперед, пойдем дальше тут, пройдем немножко, попробуем побуриться. Здесь тоже смотрите, как вот места такие вот, быстрячок, аккуратнее надо идти. Ходить вот, видите, воды нету. Прошел дальше немножко, сходил за лыжами. Все-таки там были какие-то такие места. Возвратился назад, одел лыжи, пришел на лыжах. В общем, пришел здесь ямочка, слияние. Вот здесь такая маленькая речка. Ну, такая больше ручей, наверное, чем речка. Такой. И вот наша речка здесь. Устье. И вот здесь как раз яма. Посмотрим, есть ли здесь хариус на этой яме. Разбурил вот здесь несколько лунок. Сейчас будем смотреть, что вообще здесь есть. Яма довольно-таки хорошая. Около 2 метров, наверное. Вот. Еле-еле. Взял, блин. Его кое-как бук-бук. Потихоньку погнул, вот, дернул, вот, вот он. Вообще еле-еле берет. Еле-еле. Но хороший. Подошел, подюпал, подюпал, все, и ушел. И тишина. Вот смотрите, сегодня вот день заезда, да? Вообще рыба не берет, просто не берет. Ну ничего страшного, посидим еще немножко, а потом уже будем думать, что завтра будет. Завтра будет хотя примерно точно такая же погода. Тоже будет мороз, там написано, было до 30. Может быть, днем немножко спадет. Хрен его знает. Бум. Смотреть, что. Но по-любому здесь на яме рыба должна быть. Вот просто она вот просто тупо не хочет брать. И все. Очередной раз прошелся. Дошел тут вот опять до местечка. Ну, такой более-менее вот ровненький плесик. Не знаю, буду пробовать, что будет. Не знаю, будет что-то сегодня клевать вообще или нет. Что-то сегодня как-то вообще грустно. Очень грустно. Опа. Опа. Ёпарас это. Вот это да. Вот это большой, блин. Ух ты, малыш, ну ты чё, брат? Опа, 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 какой. Ух, смотрите. Ну это красавец. Ну это просто красавец. Смотрите, еле вышел в лунку. Хороший, пришел на место уже. Вот где заходил.
Ну, думаю, что тут? Время еще есть немножко. Покидаю по старым лункам. Вот, смотрите, кидок. И сразу какой монстрик вылез. Отличный хариус, отличный. Похоже, под вечер немножко хариус проснулся. Посмотрите, он уже с одной лунки несколько штук поймал. Вообще, блин, а с утра здесь сколько я тут? Двух штучек вытащил. Все. Ну, то есть поймал больше там, штучек, наверное, 7, а забрал двух. Потому что, ну, там реально были мелкие. А тут довольно и неплохие хариуса проскакивают. Один так вообще такой, прямо аж монстр вылез. Вообще труба не ожидал. Прям под вечер радует хариуса. Просто громадина. Классно. Именно под вечер почему-то. Но все равно, наверное, уже буду заканчивать. Хорош, уже завтра приду утром. Буду ловить их утром. Пытаться, по крайней мере. Время уже 3:30. Пока дойду, уже будет 4. Пока там надо печь растопить, еще что. Ладно, что, наверное, вот на вот этом личном хариусе мы закончим нашу сегодняшнюю рыбалку. Как-то так.